Sometimes what we consider a bad ending can be a new beginning. Sometimes what we consider a bad ending can be a new beginning. Итак, доброго времени суток, друзья. Всех рад видеть на своем канале. Добро пожаловать на канал Гриммгеймера. Ох, смотрю, какая у вас тут активность сразу в чатике. Сэм Геймер пишет: привет, дружище, лайк в копилочку, классного, веселого настроения. Сэм, спасибо большое. Тебе тоже приятного настроения, отличного времяпровождения и, конечно, приятного стрима. Привет, Зубрук, хорошего вечера, отличного настроения, позитива, легкого стрима. Я за ребенком пошла, приду, буду с удовольствием смотреть новую игру. Хорошо, тигрица, все, беги, давай, жду, тебе тоже приветик. Так, Саша Топ, Жо, привет, Сэм, о, ничего не понял, но привет, привет, Сэм, Александр, привет, Саша Топ, ГБ, ура, а чё ура, о, Сэм, как дела, спасибо, что не забываешь про моих друзей, заходишь на канал, я на тюрлях, а что за игра? Это новая игра в Стиме вышла, она вышла в релиз в раннем доступе. Это что-то наподобие Car for Sale, только мы здесь будем заниматься с нуля. То есть мы с нуля будем с вами открывать свой бизнес после того, как нас посадили в тюрьму. Мы отсидели в тюрьме, мы будем строить свой бизнес с нуля. Круто, я сегодня только купил Человека-паука. Мне не до Человека-паука, у меня без Человека-паука хватает игр. Что ж, друзья, я хочу вас обрадовать и хочу вас попросить, при возможности, у нас есть... Мы открыли, не то что открыли, я открыл, да, канал Boosty. Меня зовут Рома, я открыл канал Boosty. Всех желающих, вот по промо-акции вы можете успеть зайти на Boosty.
подписаться на мой канал, подписаться. В течение 7 дней действует акция специальная, которая действует от моего имени, от моей компании, да, грубо говоря, от Grimgamer. Заходите 7 дней акции, вы бесплатно 7 дней находитесь на канале, можете смотреть выкладываемые мои посты. Соответственно, в выходные я, если все получится, я буду на пусте запускать фильмы. Мы будем сидеть с вами смотреть фильм, то есть на ютубе мы будем с вами играть, стрим обязательно, а вечером у нас будет просмотр фильма. Если все получится, если на бусте пройдет все как следует, будет работать фильм без того, что нас будут блокировать или еще что-то, то в дискорде будет создан специальный раздел, специальная роль. И соответственно, если вы покупаете абонемент на месяц в бусте, они там стоят разных цен, да, и вы купили абонемент, значит, вы по этому абонементу можете предлагать нам свои фильмы, а мы их будем каждую субботу в неделю, раз в неделю, каждую субботу мы будем смотреть с вами эти фильмы на трансляции. Соответственно, вы будете приходить и расслабляться, как в кинотеатре, только это будет стоить дешевле, и, соответственно, список фильмов, которые вы нам предложите. Ну, я надеюсь, что вас это заинтересует. Может быть, нет, может быть, да. Также у меня там есть все ссылочки, позволенные и дозволенные. Вы можете перейти по ним, поддержать наш канал. Ну, а я потихонечку буду запускаться, друзья. Надеюсь, игра вам зайдет так же, как и мне. Ну, а я еще разочек говорю, все ссылочки в описании. Мы начинаем. Сейчас я еще быстренько командочки сейчас пропишу. Сэм. Тигрица и фея. Это если вы хотите перейти на их каналы. Не, спасибо, у меня есть Трово. Там тоже можно смотреть кино, музыку на стриме. Всего лишь нужно, если там нет жизни, подписка. Сам, я понимаю, нет, ну вдруг. Сэм, если вдруг надумаешь, я тебе могу сделать бесплатную подписку. Ты-то и так мне хорошо помогаешь. Я тебе могу бесплатную подписку сделать. Ты можешь бесплатно перейти ко мне на канал. Ты и так нам хорошо помогаешь, ты и так нас мотивируешь. Но это для чего? Что именно для чего? Так, ну что ж, друзья, новая игра. Будем смотреть, что за игра. Я ее впервые запускаю, я ее впервые щупаю на экране. Это дочки моей. Рекламный канал у своих близких людей. Кто со мной давно, кто мне помогает, тому я помогаю, соответственно. Кто меня рекламит. Взаимная подписочка, взаимная реклама, так что... Вот Тоток Геймс представляет. Бет, ты где? Я тебя никогда не оставлю. Джон, пожалуйста, не оставляй меня. Бет! Так, сейчас, друзья, буквально минуточку. Я забыл закрыть приложение, которое прогружает мой компьютер. Сейчас, друзья, сейчас. Сейчас, ребятки, отвечу на все ваши сообщения, буквально минуточку. Минуточку. О, круто. Стас Утюгов, привет. В демо играл? Нет. В демо не играл. Что происходит? Ребят, с вами весело, но у меня нету света, интернет домашний не работает. График мобильного мало. Простите, я вынужден вас покинуть. Хорошего стрима. Все хорошо, Сэмик. Сэмик, спасибо большое за то, что зашел. Все хорошо, Сэмик. Спасибо. Друзья, нет, это... В демку я не играл. Демочку я не играла, так что одеться.
Что у нас сегодня? Ну, мы сегодня оденем такие обычные часики. О, видите, раз. Пока, Сэмми, да, Сэмми, давай, будет свет, заходи, будем рады тебя видеть, слышать. Так, ну что? Ну что, это наша хата? Хата-то, а? Так. Это берем. Барсика погладить нельзя. Так, идите в гараж и садитесь в свою машину. На мою хату плюс-минус похоже. Ну да. Ну да. Welcome, John. I hope your day is going well. Thank you, Lara. Ой, какая машинка-то у нас. Close the door, please. Немножко с FPS, друзья. Пожалуйста, не этот. Не обращайте внимания, потому что все-таки это мой слабенький компьютер. Ого, машина. Да. А здесь все связано с машинами. You found my wife Beth's car? Yeah, buddy, I'm with the owner right now. We're waiting for you in the office. When you come in, take a look at the car and we'll take it. The car looks very clean. All right, I'm on my way. I'll be right there. Hey Max, you're a good man. Thank you, buddy. I've been wanting to find that car ever since Beth died. Don't mention it, man. We're waiting. Ох, какое неуправление того этой машинки-то, а? Резкая-то какая, а? Встретитесь с Максом. Вот бы мне такую машину. Ой, не говори. Джон Макс Авто. Hello, partner. The vehicle... Автомобиль здесь, партнер. Проверь его сейчас и не пропусти. После оплаты я поеду к дилеру за документами. Окай. Пишет окай. У тебя с мордой, Макс. Побили тебя, кто побил? Так, 750 тысяч. Какая цена-то за классику. Ну, давайте возьмем, куда деваться. Типа, куча. Садись в машину. Интересно, что это? Это на корвет похож, да? Подожди. Да, это и есть корвет. Это курвет. Это курвет. Игра шикарная, тоже игра. Спасибо большое. Ого, салатовый Порш. Да-да-да. Спасибо большое за статус. Подписывайся на мой канал. Мы будем стараться чаще играть эту игру. Также подписывайтесь на Boosty, потому что все лучшее мы тоже будем выкладывать на Boost. Типа шикарная машина. Я хочу на ней покататься. Слушай, да, машинка шикарная, согласен. Единственное, вот этот блюр меня бесит. А я не мог пока. Убрать, ладно, поехали. Друзья, еще разочек повторюсь, что вы можете сейчас перейти на Boosty по вот этой вот ссылочке. И в течение 7 дней у вас будет доступ на канал. Вы сможете смотреть все, что мы туда выкладываем. Я буду чаще запускать такие промо-акции и побольше. Поначалу на 7 дней запущу для пробы.
А дальше будет и на месяц, друзья. Целый месяц вы сможете сидеть на бусте и смотреть на наши всякие возможности. Игра была бы очень реалистична, если бы вот не вот эта стрелка сверху. Но это GPS. Она сейчас уберется. Это же первая миссия. Это наша первая миссия. Сейчас мы ее пройдем. Потом у нас будет только мини-карта, больше ничего не будет. Это был длинный день. Чё ты вон букву В нажми от первого лица. Да, я знаю, знаю. Но пока мне хочется так. Пока только так. Сейчас я пойму всю эту суть игры. Там будем уже дальше от первого лица ездить. Так, все, мы легли спать. И нас арестовали. Угнанный автомобиль найден. Мы арестовали подозреваемого. Джон Карпер, вы окружены. Уходите. Вы арестованы за кражу автомобиля. Уходите или выходите. Ход моей жизни полностью изменился из-за предательства тех, кого считал своими друзьями. Моя работа, моя слава, мои деньги. Все это исчезло в один миг. Игра крутая. Согласен, now, Саш, согласен. Настало время начать все сначала. И за месть. Автосейл. Лайф. Это, короче, жизнь перекупа, я так понял. Картинки они тут шикарные нашли. Это печально. Да ничего. Прогуляйтесь по окрестностям. В тюрьме. Джон. Hello, John. How are you? Здравствуй, друг мой. Тебя зовут Джон, верно? Да, мы уже встречались. Ты не знаешь меня, но я знаю тебя очень хорошо, потому что мы оба здесь из одного того же человека, по одной и той же причине. Меня зовут Фрэнк. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Твой напарник Дэвид или Макс Стилшин, как ты его знаешь, он все это подстроил. Он и его люди перехватили угнанные машины и возвращали украденное имущество. Я убью его, когда выберусь отсюда. Это хорошая идея, но она глупая. Вместо нее я предложу тебе план получше. Я слушаю. В комнате офицера Рика в правом крыле тюрьмы лежит папка с информацией о Максе и его банде. Эта информация очень пригодится тебе в дальнейшем. Тебе нужно забрать этот файл. Как мне получить этот файл? Сначала поужинай, потом я отвлеку офицера Рика, пока ты будешь есть. А ты проберешься в его комнату, заберешь папку и встретишь меня здесь. Хорошо, спасибо, понял. Не хотелось бы так в реальной жизни. Не-не-не, все нормально. Не будет. Если ты, как говорится, не будешь косяковать по жизни, то все это можно избежать. Так, сядьте и ешьте свою еду. I have to get the file before the officer returns to his office. Да, возьмите папку. Нормальная там еда, бургеры, да. Есть такое. Так, кодлок, да? Чем-то, блядь, Скайрим напоминает. Взять.
Ну а что, я бы так тоже попитался бы. Ну только не бургерами, не хочу эти бургеры. Туфтыжная система. Ну да. Ты получил файл, Джон? Да, я понял, вот он. Это очень красиво. В этом файле указаны имена всех участников. Это лучше поможет тебе в определенной цели. Так что же мне теперь делать? Когда вернешься в город, найди моего друга Томми. Он продает кофе и хороший парень. Он поможет тебе с деталями. А сейчас возвращайся в камеру. Не спеши. Спасибо, друг мой. А, подождите, а как мне посмотреть имена? Что-то я так быстро взял их. Папа, я тебя посмотрел. Ну ладно. У них там много разной еды есть, то я знаю. Может быть. Несколько месяцев спустя нас наконец выпустили из тюрьмы. Сегодня день, когда я получил свободу. О, как он низко пошел в самолете. Ух. Auto Games Productions представляет. Там есть бургеры, салаты, креветки разные и так далее. Хорошо, понял. Я отправляюсь в путь, чтобы отомстить за долгие дни плена и начать новую жизнь. Туда, где все началось. В общагу. О, Getter. Nissan Getter. ГТР. Бывает. Да-да-да, Саш, бывает. Согласен. Nissan GTR, да. Добро пожаловать в автосейл. Это ваш дом. Он немного староват, но пока сойдет. Когда вам захочется спать, вы можете воспользоваться кроватью, чтобы отдохнуть. В игре есть много занятий, которым вы можете заниматься. Их изучение очень важно для вашего развития. Хорошо, дальше. Вот несколько советов. Помимо покупки и продажи автомобилей, в игре есть различные виды бизнеса, которым вы можете владеть. Автомойка, парковка. Вы можете работать водителем или курьером, чтобы заработать дополнительных денег. При продаже автомобиля, то нескольких честными не провожу... Автомобиль это, насколько чистым и неповрежденным вы продадите, появляется... повлияет на ваш бизнес-звезду. В игре также есть сюжетные миссии. Продолжайте развивать свой бизнес, чтобы разблокировать их. Продолжайте исследовать мир автосейл. Ну, давай начнем. Хорошо. Так, у нас репайл сервис есть. Идите и купите свою первую галерею продавца, который ждет вас. Есть. Так как? Так где? Давай пойдем. Так, первый галерея. А, вот он. Галерея. О, круть. Машина топ, да. Так. Салам, братишка. Как тебя зовут-то? О, все, отлично. А, приобрести за 30 тысяч. Ну, куда деваться? Давайте приобретем. Все, отлично. У нас есть автогалерея. Так. Зайдите в комнату и включите компьютер. Далее, красивая, надо галерея, красивое название. О, как. Круть. Так, дизайн галереи, рекламное объявление, продаваемые автомобили, купил обмен, недвижимость, счета. Дизайн галереи, так, заброшенный дом в собственности, расширка. Так, что у нас тут есть? Название, название галереи, давайте напишем название. Какое у нас будет название? Хотел задонатить, не получается. Почему? Там же ссылочки все есть, все рабочие. Там два или три вида ссылок на донат. Попробуй на каждый, на какой-нибудь из них. Там есть на другие донаты, попробуй, посмотри. Там есть на донат Alerts, есть на донат Steam ссылка. В описании вот прям увидишь. Еще на Boosty есть ссылка, донат Boosty. Можешь туда закинуть 100 рублей. Так, название, название галереи тут. А, давайте-ка назовем нашу фирму
А как мы назовем наш фильм? Green Shop. Shop, по-моему, так пишет. Car. Пусть будет так, вот. Так. Отлично. Отправляйтесь на авторынок, а затем купите свой первый автомобиль. Такси на букву Т. Авторынок. Поехал. На такси. Так, 4000 у нас есть. Welcome. Да ну. Вау, спасибо за поддержку. Спасибо за донатик. Спасибо. Спасибо за донатик 10 рублей. Так, у нас есть Volkswagen Golf, Pontiac, я так понял, BMW. Это у нас что? Это либо Focus, либо Skoda, не знаю, либо Audi. Alfa Romeo. О, ну, блядь, ну просто... Просто Golf. Жига! Жигули! Ты у нас что продаешь? Какой-то премиум класс. Ёпта, парни, все-таки получилось. Спасибо большое за 10 рублей. Очень приятно. Сейчас любая копейка на вес золота. Бля, че, мужики, Жигу берем? Go BMW. На BMW мне денег не хватит. Стас Устюгов, пожалуйста, поменьше немножко смайликов, и мод тебя не будет блокировать. Там их определенное количество. Давайте Жигу возьмем, парни. Давайте, смотрите, тут 698 Ньютон Карл Стив 1. Что, берем? Давайте Жигу возьмем. Давайте просто поговорим. Здорово. Так, что у тебя? Цена. Подожди, а где цена? Какая цена? Экспертизу мы не можем сделать. 392 тысячи пробег. Год 85-й, передача мануэль, это механика, я так понял, да? Топливо 36%, цена 2 900, да, ты просишь за Жигуля. Давай посмотрим, сколько у нас стоит пикап. Здорово, 2 970. Блин, ну слушайте, я бы, конечно, взял бы пикап 75-го. Это у нас Ford Сока. 281 тысяча пробег, топливо чуть больше. Так, давайте посмотрим, что у нас просят за... Hello, welcome. А, ну ты 26 кусков просишь, братан, ну извини, у меня столько нету, я не могу себе позволить до 26. Hello, welcome, блин. Чувак, ты почем? 25! Охренеть, не встать, да? Эй, а где машины? Все, что ли? Не понял. Показал. Показал. Просто показал. Все. Все, вот такую хотел. Сволочь, надо было брать. Че теперь? Братан, здорово. Че у тебя там? А, ты не хочешь со мной разговаривать? Да пошел ты в задницу, еврей. Так, у нас есть навыки. Доступность. Этот навык открывается по достижению 10 уровня. И когда вы продаете транспортные средства,
вы можете видеть, высока ли цена, которую вы назначили, или разумно. Помните, что высокая розничная цена не позволит вам продать транспортное средство. Так, подожди, Каська, дальше. Служба эвакуации, бук, отчет. Я тут человек Спайдермен играю. Все хорошо, я понял. Так, торговля. Это возможность позволит вам провести более выгодные переговоры, посмотреть информацию о повреждении автомобиля и отправиться на экспертизу. Кроме того, вы будете испытывать меньше эмоций, потеряв эмоциональных потерь, когда ваше предложение продавцам не принимается. Вот это вот надо первым делом на пятерку вкачиваем сразу. Так, опытное зрение. Это способность позволяет делать более точные прогнозы относительно. Так, восстановительные платежи, справедливая цена. Ну, давайте справедливую цену докачаем. До 7, да? Все, вот так вот. Бах. Получше. Или нет? Да, получше. Все. Купите... Купил? Конечно, купил. Я фанат Человека-паука. Цена выше, наверное, уже продать. Да я уже не куплю, уже все время так позднее. Так, подожди, а что мне показывать? Что надо еще? Пилпоинта. Ну типа он до 10 просит поднять. А, ну все тогда. Тогда я туда вдруг поднимаю. Пойдет. Навыки. Навыки опять. Че навыки? Че за фрейм? Что тебе надо, непонятно. Так, ладно, навыки. Вот там музыка. О, у нас тут даже музыка есть. Ни хрена себе. Да, ну да, все. А второй надо закрыт. Пойдем пешком. Подумаешь, тут каких-то 200 метров пешим прогуляться. Что у нас есть по работе? Активные профессии: водитель, курьер. Курьер. А где у нас курьер? Так-то. Ух ты, бля. Упер. Драйв. Галерея. Ремонта. Автопотор. Ремонт гараж. Аукцион. И чё? И чё? А, да? Нихера, тут еще и вторая часть есть. Прикольненько, прикольненько. Что это? Не, это, конечно, интересно. 6 утра. Ой, 6 утра, говорю. Ублюдок! Наехала. Потому что я ублюдок, не в том месте хожу. Так. Девяносто пять метров до нашего. Побежали, побежали, успеем, успеем, успеем пробежать. Пробежали, успели. Пойдем поспим, короче, а да, спимся. 39% сна, 89% здоровья, 69% хавчика. Так, сколько будете спать часов? Ну, надо отоспаться часа. 3 минимум. Вот так бодренько выспались, проснулись. У нас как раз 5 утра. Так, проснулись. Что-то 6% всего поспали. Ладно, что у нас? Что у нас есть пожрать в доме-то? Алло? Ага. Хуй ночевал, тут скачал пожрать. О, это что, это телевизор?
Веник, кто больше телевизора? А, это у нас тут радиодетали, мы тут лесопед у нас, да, вот это. Я, конечно, весело, согласен. Что там у нас? Умыться, подмыться нельзя, а в туалет сходить. Алло, дайте в толчман сгонять, на толчман хочу. Ладно. Сколько еще поспим? А, еще поспим пару часиков. Вот самое то. 7 утра, вот 8 час. Теперь нам надо добраться до рынка. Я не буду тратить свои деньги на то, чтобы ехать на рынок. Я пешком даю. О, чувак, у тебя есть пожрать? У тебя есть? Томми. Привет, Томми. Здорово. О, Джон, да, я ждал тебя. Мой старый друг Фрэнк сказал тебе. Ты не знаешь, где находится новая галерея моего бывшего партнера? Да, вы можете ее найти в Бич-стрит к северу от города. Но чтобы не привлекать внимание, возьмите такси и поезжайте в ту сторону. Хорошо, спасибо, увидимся позже. Братан, мне бы пожрать что-нибудь, а? Ну ладно, в принципе. Отправляйся на указ. А, да, ну серьезно, миссия? Правильно, деньги сэкономить, а то на такси много отдаешь. Речи нет, я сейчас на такси поеду. Сейчас по миссии съездим, что-то он там, короче. Hello, так. Where are we going, sir? Как он сказал, Бич-стрит? Бич-стрит, да? Поехали. Okay, sir. Ах ты ж сволочь, ты с меня 50 этих собрал. Вот козел был. Провал миссии. А, я миссию провалил. В смысле, я миссию провалил, алло. Ну ладно, сейчас мы пешком пойдем. Так, мне сюда, потом туда, потом сюда. Я сейчас играю в Человека-паука и просто тот самый Человек-паук, кто заказывал порцию тяжелых телесных. Ну, я в Человека-паука не играл, поэтому я не могу ничего сказать. Ля ты, бля, Хаммер стоит. Нихера себе, H3. Это H3. Так, Honda Civic. Так. Это у нас. Это, о, бля. Реношка, гольф. Гольф. Это у нас Альстон Альфа Ромео. Короче, либо гольф, либо Сивика берем, да? Давай посмотрим гольф. Братан, почем гольф? А, мадам, почем гольф? Так, 2500 у нас гольф 27-87 года, 161 пробег. Хорошо. H сколько Hello, стоит? Welcome. А, ну на H можно и не прыгать. Так, у тебя Honda Civic 7. Охренеть. Ты чё, братан? Ну, не, ну розовый это, конечно. Hello, welcome. 2905 400. Вчера у тебя пробег. Так, это что, это у нас Audi. Hello, welcome. 28 кусков. Охренеть. Ошалеть, мать его, какие цены-то, а? Ну-ка. Hello, welcome. Арено. Да, точно. Машина гинеколога. Hello, welcome. Hello, welcome. Да пошел ты, усрак. Вот, давай. Вот ты мне нравишься, вот я бы тебя поцеловал бы дальше. Давай, я тебя, за 2500 я у тебя покупаю. Давай, персни. Машина хорошая. Отличная дня. Все, Рахмет. Теперь берем первая продажа. О, все, поехали.
Так, отправляйтесь в ремонт или тюнинговый сервис и настройте свой автомобиль. Поехали в ремонт. Поедем в ремонт, сейчас починимся. Потому что наш гульфуцы что-то прям прихворался. А как тут мышкой-то? По сторонам крутить можно? Так. Альт. Спасибо, R, радиотак, БХТ, старт, карт. Нельзя. Так, пойдем. Ошалеть, давай. Так, 612 это полный ремонт, да? Так. Так, ремонт автомобиля первый раз, класс. Так, внимание, только 7 затрат на ремонт влияют на... Понятно. Ну все, назад. Все, ошалеть, спасибо. А, спасибо, мой друг, поехали. Настрой свой автомобиль, выстави его на продажу. В смысле настрой? А, у меня еще есть бабки его сделать. Ни хрена себе, поехали. Ошалеть, мы сейчас еще гольфа в тюнинг закинем. Давай, братан. Так, что я хотел бы сделать? Просто осмотримся. Мы можем поставить новые номера. Так, нитро, нам это не нужно. Набор тюнинга. Вот. Че, потюнинг, протюнинг машину? Давайте затюним. Спойлер нам не нужен. Так, капот. О, фига себе. Так. Как это где? Давай-ка. Давай-ка так сделаем. Обода. Вот прям на стиле сделаем гольф. Гольф наш. У нас... есть танки, есть такие, да? Так, а чё? 2000. О, спасибо. Спасибо. А спойлеры, капот, декаль, декаль это чё? Это наклейка, оконная декаль, надписи, спидометр. Ну да. Капот. Давайте капот посмотрим. Это полторы. Приобрести за 1500 не влезет. Спойлер. Я понял. Нам не хватает денег, ладно? Давайте забубеним машинку в какой-нибудь красивый цвет. Thank you.
Так. Ну-ка, что мы можем? Тут, короче, денежка нужна, да? У нас 700. И это все, я больше ничего не могу себе позволить. Ну ладно. Ну, по крайней мере, мы его покрасили в такой приятный цвет. Так, теперь что мне надо? Нормальный такой. Ошалеть такой цвет просто, ошалеть. Так, ошалить. Итак, мы машинку, цена автомобиля 3000, а это он сам. То есть, понимаете, если вы установите высокую цену автомобиля, клиенты не придут. Продаваем автомобиль, открытая продажа, цена автомобиля 3256. Цена покупки. Давайте поставим, купили 2500, давайте поставим 4500. Да, подтвердить цену, описание автомобиля. Ага. Новая машина. Один владелец. Владелец. Пусть будет так. Подтвердить цену. Все, отлично. Ты хочешь спать? Пойдем поспим, друзья. Ошалеть он спать. А у него 15%, конечно. Хоть тут говорить-то. Сколько? 7 часов? Хайски 7 часов. Вон, ошалеть, выспались. Так, машинка у нас направлена. А, ну, супермаркет, да. Пойдем, пойдем пожрать купим. А это для мытья. Что мы здесь можем купить у тебя, роднулечка? Красотулечка ты моя, радостная я. Ух ты, ух ты, ух ты. Давай это хот-дог отмем. Ваштики. Хватит. Так, выйти из магазина. Так, а как его захавать? Ошалеть. Цена 5. Че, хорошо договорились? 4,92.
мое предложение. Продолжится. 4,92, блин, я в минус иду, да, и большой. Если поставить 4,200. Да хер с ним, забирай. А, привет, я снова тут, хорошо. Так, а как мне похомячить-то, я забыл. А, стоп. Отлично. Приближаемся. А моя сумка. Ошалеть. Просто ошалеть я поеду. Так, у нас мы заработали купить и продать две машины на вторынке. Все, речи нет. Базар Джексон, мы 4К подняли. Стой! Стой, ушастый! Я бегу. Начинающий! Начинающий, друзья! Я начинающий барыга. Ошалеть, я себе машину продал. Я купил, продал машину первую. Обалдеть. Так, где у нас рынок? Это здесь. Если я не ошибаюсь. А, да, вот он рынок. Мы бежим на рынок, мы обязательно добежим. Так, теперь мы можем чуть подороже взять машинку. 1003-4 BMW. Вот, чувак. Чувак, все, сделка. Ты хочешь 3300? Давай трешку, братан. Я прям беру за трешку. I am not sure. Хочешь? Ну, давай за 3200. Yes, good deal. Yes, good deal. Отлично, 3200 у нас есть. Все. Ой, ёпты, какой красавец, а. Охренеть, не встать. Автомобиль поврежден. Ну ничего. А у нас ходовая разбитая, да? Ну ничего страшного. Сейчас мы ее починим, подкрасим. Кушайте английское Б. Да, я уже прочитал, спасибо большое. Там написано инвентарь. Чё, парни, пикапчик 1005 продадим сейчас? Выстрелим? Прям все оставим как есть. Кстати, что нового, пока меня не было? Нового? Ну вот, первую машинку купили, продали. Сейчас вот у нас вторая машинка на подходе. Сейчас мы вторую машинку подшаманим, подкрасим, номерок поставим блатной. Все, и у нас не машина, у нас пушка-бомба на продажу. Давай, чувак, полный ремонт. Сколько? 900? Так, пойдет. Отлично. Отлично, друг мой, спасибо. Так, поехали. Обожаю классику. Так выглядит люто. Так, давай, чувак, мне надо что? За 500-ку покрасить машинку. Давай, сейчас с тобой прям как-нибудь так, не знаю, люто. Подожди, а как? О.
номер вашего автомобиля. Давай-ка так и напишем. Рим Даймер 09. Окей. А, мне денег недостаточно. Все. CM19C. Нормальненько такой номер. Пойдет такой вариант. Прям все, базаров нет. Все, у нас нулевенький пикапчик. Прям еще муха не блися. У меня провалился мой план. Бывает. Так, у нас 32% топлива. Ох, какой вид у него, прям. Вот я в себе такой даже взял бы ездить. Ну а сейчас наша задача — это подзаработать денежек. Ну, бывает. План Б — получить по мордаскам. По мордаскам лучше раздавать, чем получать. Так. Так. Продается автомобиль. Вот. 4337. Это его актуальная цена, да? 4337. 4900 попробовать, что ли? Давай-ка 4900. Так. Классическая. Культовая машина. От компании General Motors. Отлично. Отлично, ждем нашего клиента. Ну, какая? Смотри, какая просто ласточка. Прям, ну прям не машинка, а прям пушка-бомба. Не машинка, а пушка-бомба, друзья. Ждем покупателя. Вот он идет. Вот он идет. И смотрите, какой элегантный мужчина. Джентльмен своих годов. Мужчина, здравствуйте, вы за машиной? Да, вам нравится? Там вы хотите ее посмотреть? Давайте я вам расскажу, что вас интересует. За 4732? Так. Ну, ладно. Автомобиль выглядит чистым, я хочу купить, если договоримся по цене. Ну, хорошо, давай. Бери, дорогой. Хер с тобой. Так, отлично. Отлично! Я бы определенно рекомендовал эту галерею для покупки автомобиля. Мы получили 4 звезды, друзья. 4 звезды, но... От нашего клиента. Идем за второй машиной. У нас 4000, мы сейчас... Сейчас возьмем что-нибудь еще, быстренько подшаманим, пока успеваем. Н-
Не, ничего, интересная игра. Я бы сказал, даже прям прикольненько. Конечно, Car for Sale поинтереснее будет, но здесь ты начинаешь тоже с бизнес нуля. Посмотрим, как у нас пойдет, как мы с вами будем сможем. А, все, магазин закрыт. Блин, с вами 8 часов. Авторынок закрыт. Пойдем, пойдем. Посмотрим, как у нас с вами будет идти этот бизнес. Ну, по крайней мере, начало вроде того стоит. Сейчас зайдем в магазин. Возьмем себе что-нибудь перекусить. Ну и пойдем отсыпаться. Сейчас себе какой-нибудь дешевой еды пока на время возьмем. На первоше. Так, что у нас есть? Яблоко, суп, торт. Суши. Суши. Давай-ка. Раз, два, три. Берем три супа. Идем спать. Часиков 8 так подремлем. Хорошо, так после тяжелого рабочего дня. Раскинуть ножками, поваляться. 5 утра, мы тут прям такие вышли. Навернули 3 тарелки супа. И попифовали за машины. Стоять, евреи, стоять. Ай, не цепил машину. Шестьдесят семь процентов. Подожди, у нас аптека есть? Гоняем автомобиль, убрать метку. Так, 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 все понял. Понял. В 7 утра рынок должен работать. Нет, еще рынок. Рынок еще не работает. Квесты. Найдите продавца кофе Томми, поговорите с ним, чтобы найти его. Откройте карту, отправляйтесь к своей точке со восклицательным знаком. Это понятное дело. Так, настроечки. Сглаживание. Почему не сглаживание поставилось? Качество теней. Качество текстур высокое, качество листвы я поставлю низкое. Постобработка высокая, расстояние высокое. Хочу сделать так, чтобы было. О! Так будет FPS сажаться. Ну что ж, ждем. Ждем нашего работы авторынка. Я так понял, рынок с 10 часов будет работать. Ну, подождем.
О! О, жига, жига. Блядский ты ублюдок. Братан, почем жигуля? Две. Две. Давай за две ровно. За двушку беру. Are you kidding me? Ой, сорян. Вот ты чё падал, ушастый? Две. Тысячи. Пятьдесят. Enough. No more offer. Хватит больше. Не хочешь? Ты не хочешь мне отдать так джигу? О, сап. Ты почем? Hello, welcome. Трёшка. Давай жигу. Френс, возьмем жигу, я хочу жигу. Hello, welcome. Давай, все. Приобретаю. Okay, all right. Как дела с пробками только пришли? Потихоньку бизнес идет. Вон, видишь, машину уже мою. Помыл машину, сейчас я ее починю. Чуть-чуть подшаманю. Короче, сделаю такой спортивный вариант. Пошли в ДС. Да, пойдем сейчас. Пошли, 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 пошли. Где-то там. Где там DC? DC. Я зашел в DC. DC. Друзья, ну не забывайте переходить по ссылочке. Я сейчас в DC, но не в том. В DS хочешь зайти тоже? Ну пойдем, пойдем, пойдем. Я зайду. Заходи, Саш, я в общем в Дискорде. Тимница, заходи тоже. Друзья, не забывайте подписываться на Boost. А если ты хочешь, пошли в DS без проблем. Я... Если захочешь, я... Она уже здесь, я к ней хотела, она здесь, ладно. Так. Сразу. Здрасте, съела. Че? Нет, ничего, ничего, ничего. Картошку. Ну, мы стояли, 20 поболтали. Долго в ТикТок подписались. Настёна на меня, я на неё. Mm-hmm. Потом Альфина. Альфина говорит, давай мне тоже. Тут надолго подписались. Они тоже в ТикТоке стоят? Угу, короче, вам, значит, на эти...
Мимо ведет. Говорит, заходи. Окей. Так, поехали. Красим Жигуль. Ну, мы такой бандитский Жигуль сейчас сделаем. Кто там? Кто припиздил? Кто припиздил? Ну, блядь. Ты почему он тут? Не знаю. Стоило окошки вот открыть. Кто припиздил, сразу съебается. Все. Вот такой, блядь, вот у нас автомобиль. Когда окошки нету, у Романыча никого нет. Как кошка приходит, блядь, обязательно лезут. Нет. Ничего. Жига на стиле нахуй. Окатиться что ли, чтобы вы не лезли ко мне? Что у вас там? У нас ничего. У нас все нормально. У нас тут, у нас тут Жига на стиле едет на продажу. Костя, ты тоже гуся обожрусь? Неси тарелку, мама положит. Бабушки, дедушкин такой этот аппарат, немножко подколхозили, как мы это любим делать. Так, цена. Все. А чё мне шок повели? А, Б. Б. А, Б, В сидели на трубе. А я думал, может, ты захочешь, я думаю, я сделаю. Думаю, что ты стоп. Поставили 5. Я чего не налил? Я, наверное, Маришу кофе попью, чё. А, кофе. Угу, кофе не попил. Его убрали, значит, соль, чай придется пить. Пей чай. Попьем чай. Ты налила чай? Да, давай. Ну что ж, ждем покупателя на наш чудо-аппарат. А если я режим гусь обожрусь, выключился. Чтобы гусь обнимусь потом сидел на этом, да? На сибирском тоне ночью. И читал молитвы. На сибирском троне ночью это как? А? На сибирском троне ночью это как? Догадайся как? На каком еще троне можно сидеть? Сибирский ты тронер. Кебаба-дронер. Нифига у тебя лампасы, мадам. Ты где такие труси лямба отодрала? За 4384. Блин. 4384. Ну хорошо, забирай. Хрен с тобой. Бери. Кастомизируй машину в автосервисе. Поехали. А, время-то поехали. Поехали спать. Подожди, надо пожрать купить.
А где лекарство купить? Где аптека здесь? Аптека! Стоять. Стоять. Что у тебя тут есть? Что у тебя есть? Торт, пицца. Стейк, стейк, стейк. Идите в здание о драйвер и получите водительские права. О, а я что, без водительских прав ездил? Ух ты, бля, это я как? Это как я сейчас за забором оказываюсь? Водительские права. Могу в Samsung, который не будет жить у меня. Давай. Я хочу поспать 9 часов. Какие водительские права? Это что-то подобие как в Форсале, да? Да. Так, что у нас? 99% мы хорошо так, хорошечно так поспали. У нас есть время. Качиваем. Так, теперь помячим. Там от души так похомячили. Так, мне надо пиндовать о драйв. О драйв, пойдем сдавать водительские права. Что ж, у меня машины-то нету, а я пешком хожу. Теперь будет у меня машина. А, вот. Иди в здание о драйв и получите водительский. Такое название о драйв. А чё не очкопус? Ты понимаешь, Игрица, идите в отдел в здание о драйв и получите водительские права. А чё не очкобус сразу? Пошли бы в очкобус, сдали бы на очкобусе. Получили бы очкобусные права. Это моя рихма, на очкобус. Чё, жалко? Ты смотри, ля, как он сидит, смотри, алё. Алё, мужик. Ты чё это? Мы ищем водителя для нашей компании. Вы заинтересованы? Извините, все. Ну, конечно, поехали. Сначала мы проведем тест на получение водительских прав. Вот этот тест составляет. Поехали. Очкобус. Автобус. Это очкобус, это не автобус. Все. Очкобус, а вместо пассажиров очконавты. Должность. Джон. Имя. Джон. Детское удостоверение. А начать, чтобы понятно. Внимание. Добро пожаловать на экзамен. Получите прав. Если во время движения вы заденете столбик вашей оценки, на экзамен будет насчитан балл. Постарайтесь пройти 20 за указанное время. Поехали. Начинается тест. 3, 2, 1, пуск. Я сейчас сделаю.
больше не могу. Не удалось. Надо было сколько набрать, я не посмотрел. Шинки, не дали мне сдать на права. Ну, сейчас еще раз попробуем вчера. Если, конечно, загрузится, то чуть подвесит. Сейчас еще как-то влезет. Ля, сотки полетели. Сотки полетели. Не, подожди, чувак, я пошел сдавать на права. Давай, погнали. Погнали. Вот на такой хочу ездить. Дайте мне вот такой. Я вам, бля, в дрифте все сдам. Как дристану, ну. Так. Длительность 120. Оценка 70. Ну все, погнали. Тихо, зацепился таки. Гребаный вашу парковку. Прошел, ура! Водительское удостоверение. Получите, распишитесь, идите нахер, не мешайте. Ой. Это не то. Это было не то. Такая прикольная, вроде бы ничего и было. Достигну 20 000. Как это звучало? Получите 20 000. Побежали закупать машину. У меня есть 4 200. Чапыри 200. Мы пойдем покупать Бибизику. Или Мимизику. Я не знаю, что будем брать. Каунтри шериф. Департамент шерифа. Сэр, да, сэр. И нахер, сэр, нахер, сэр, нахер. Так, где мой рынок? Где мой рынок? Вот он, мой рынок. Че мы купим? Че мы купим? За 4 000. Надо что-то дороже уже брать. Пока тепло, а так же будет. Пошли, вывезем. Hello, welcome. Кто там? Hello, welcome. О, нифига себе, Жигуля 5. Пошли. Пошли, надо выйти. Ох, то я один. Зачем я буду одеваться? Hello, welcome. Отдай, мне надо отбежать минут на 5-10. Да, давай, беги. Если что, это получится, зайду еще. Хорошо. Угу. Давай. Давай, дорогой, за 3. I am not sure. Не хочешь за 3? Давай 3.50. 3.50. I am not sure. Ладно,
300. Enough. No more offer. Не хочешь торговаться? За 300? Ну, это мы все с ним берем. Хрен с тобой, берем. За сколько есть? Так, на бусте никто не хочет подписываться. Так. Не повреждены, езжайте осторожно. Он меня подвогнул, а что я могу сделать? Можешь, но я уже вышел из Дискорда, как и тигрица. Чуть попозже, если хочешь, заходи. Чувак, короче, нам надо. Все. Все, отлично, я даже дальше больше делать ничего. Просто еду на и все. А кто там к вам подключился? Не знаю, кто-то заходил. Я не смотрел, кто. Потому что у меня на втором мониторе открыт чат. Я читаю чат. Цена покупки там было 4. Короче, давай так сделаем. 4 800. Даже может быть 4 750. А у тебя там какой ник в ДС? Гримгеймер? Гримгеймер. Все так же. А, это ты подключался? Ну, понятно, понятно. Бывает. Так, сейчас я подойду. Где? Буквально минуточку.
А вы можете чат включить, чтобы писать? В смысле, какой чат включить? Где включить? Где включить чат? В DS чат включен. Там галерея, этот активный чатик есть, в нем можно писать. А голосовой подключаться, это вон на плюсик нажимаешь, тебе создается канал, и к тебе кто-нибудь подключится, если надо, или, допустим, ко мне, если я буду сидеть. То есть, вот смотри, я сейчас, допустим, зайду в Discord. Вот я нажимаю создать, у меня создается канал. Все, я в этом канале сижу в голосе, если кто надо, подключится. Четыре триста восемьдесят четыре, давай, забирай. Хороший выбор, крошка. Это был действительно лучший опыт, чем я ожидал. Я рекомендую его тем, кто... Да ну нафиг, мы две звезды получили. Так. Король продаж будем вкачивать. Пятый король продаж. Сюда можно сделать так. 10, 10, 10. Все. Я уже в DS. Если хочешь, подключайся. Так, время 20. Пойдем спать. Так, пойдем покупать еще машину. Ну как покупать? Пока доберемся. Мне без разницы, какой круг давать. Моя задача. Я просто по кайфу хожу, продаю. Так, пока ждем открытия рынка, я сейчас вернусь. Кого-нибудь обоссу.
Так, рынок работает, да? Угу. Стример на месте. Сходил, обоссал всех. Ля, ты мерседесик. Hello, welcome. Нихера себе. Бля, какой он красавец. Бэха, жига. Это тоже, наверное, дорогая машина, да? Hello, welcome. 31. Hello, welcome. Блин, семерка мне не хватает. Hello, welcome. 29. Блять, сап, брат. Hello, welcome. 2000. Ну, мало что. Гольф почем? Hello, welcome. Трёшку за гольф. Hello, welcome. Двушку за рыбу. Hello, welcome. Hello, welcome. Блин, приходится пока жертвовать. Давай, гольфа у тебя. Hello, welcome. Давай за трёху, мадам. Okay, all right. Okay, deal. Оу, щет. Хотел покрасить недостаточно денег. Ладно. Поехали. Так.
420 у тебя, да? Продажи, ну где-то, наверное, можно 400 поставить. 4450 даже. Друзья, подписывайтесь на Boosty. Пока 7 дней акция. Бесплатная подписка на 7 дней. Я буду потом каждый месяц делать бесплатное на весь месяц. Если будем набирать аудиторию. Ну и плюс, если кто-то пригласил друзей, будет получать бонус на бесплатную подписку от меня. За каждого приглашенного я буду выдавать бонус. 3. Давай пиндуй дальше. Подписывайтесь, друзья, не стесняйтесь на Boosty, мне будет приятно. Если вы подпишетесь на Boosty и будете приглашать по реферальной ссылке по моей, которая в Дискорде. Вот еще по вот такой рефералочке, если пройдете, будет очень-очень приятно. 3925. Не, братан, не, дешевле не могу. Завтра надо рефералку в этот записать. У Найтбота. Точно. Так, сейчас, секундочку. Опять это всякая хунта бегает у меня. О, стена, блядь.
всякие жучки, паучки, блин, бесит. Всем надо через мой дом протоптаться. Так, у нас мало еды, мало сна. Так, что нам делать? Как нам поступать? Надо купить еды. Так, у нас есть. Сто пятьдесят, наверное, супчик. На 4000 мы закупимся. Погнали домой. Отсыпаться. Погнали домой отсыпаться. Друзья, пишите, не стесняйтесь. Чатик. Пишите что-нибудь. Пишите. Три зрителя в чате, пишите, друзья, не стесняйтесь, я читаю ваши сообщения и по возможности на них отвечаю. О, Порше. Ну, тут прям уже начинают машинки появляться, прям. Hello, welcome. Девяточку, блин, дура, ну можно дешевле было бы, я бы купил бы. Ох ты, мать его. Hello, welcome. О, 3200. Давай, вот я прям... Я прям даже ничего париться не буду. Беру. Ты не бать, я бать, ну. Ёптык-дык, блядь, а. Ну-ка, я ее сейчас попробую без ремонта продать. Выгодно, невыгодно. Может, мне выгоднее без ремонта их продавать? Шесть, ну за сколько продать? 3600, давай 3600 подтвердить. Друзья, не стесняйтесь, пишите. Комментируйте что-нибудь.
354 уже. Ну, на бусте кто-нибудь придет? Нет? Пока нет. Ну ладно. Будем надеяться, что придут на бусте. Так. Три четыреста. Три четыреста ты хочешь, да? Давай 3700. Хорошо. 3650. Ладно, 3600. Не хочешь 3600? Давай 3500 тогда. Ну, не хочешь, не надо. Не хочешь, не надо. Я дешевле не дам. А, на 3600 у меня остается. А я что-то... Я что-то загнул выше. Я думал, я там четверку поставил. Ладно. 3400, ну где-то можно... 3590 вот так вот. Жигуль этот мятый, жука этого, свадьба жук. О, да, ты пришел, чувак, 3200. Не, давай 3560, ни тебе, ни мне. Не хочешь? Давай 3500. Нет, нет, тогда извиняй. 3500 не меньше, все. Иди в зопу, пинка еще дать ему так вот. Та-дах! Бежал. Бизнес звезда. У нас 3 звезды, 2 из 5. Так, а куда тут еще можно устроиться? Работать же куда-то можно типа устроиться. Ошалеть. Во. Вот давай, может быть даже 3500. 3500. Ладно, хорошо, забирай. Блин, запарили эти сирокашки всякие бегающие. Сейчас я буду. Хреноманки найду, приглашу. Мелкую ползающую. Она так. Нет, это просто пугает. Нежданечка, бежит такая. Вот так. Все. Все. А ты просто сидишь у тебя перед лицом такая хрень пробежалась. Любой будет у шоке. Так, 8-7 часов, да? 7 часов, а у нас служба эвакуации есть. Пока по стандарту. Купил, продал.
Слушайте, ну в принципе продавать я могу и без тюнинга машин, да? Даже дешевле выходит, но чаще в оборотах будет. Пойдем на авторынок, сейчас купим себе машину новую, поставим ее продавать, и все. И на сегодня будем завершать. Открытие с 9 до 18. А, вот сейчас, да, доставка, по-моему, пиццы. Сейчас мы попробуем поработать развозкой пиццы. Курьер. А, подождите, у нас же на Индрайве есть миссия. Да? На Кьюдрайв. Пойдемте на Кьюдрайв. Попробуем. Под конец стрима какую-нибудь необычную миссию, типа доставка, еще что-то. Все, народ разбежался, всем стало скучно. Здесь одежда, магазин, отлично. Приходите в 8 утра. До 8 утра тут полчаса покуковать. Сейчас мы поедем. О, у нас машинка, на которой мы сможем поехать. Вон еще какой-то есть автомобиль. Можно заходить. Hello, welcome. Я хочу начать работать. Выйди и сядь в машину. Отлично. Выйду и сяду в машину. Сел. А, это типа такси. Место отмечено на карте. Так, устроились работать в такси. Тоже интересненько. Ау!
Thank you. Hello. Thank you. Подработочка таксистом. Кайф. Thank you. Ну просто ошалеть.
Hello. Thank you. Извини, спрошу, когда второй будет? Я снова тут, привет. Второй что? Стас, второй что именно будет? Второй уровень? Понятия не имею. Вот решил немножко денежек подзаработать. Я шестого клиента отвезу. Привет всем, друзья. Как дела? Добрый вечер. Добрый вечер. Все хорошо, спасибо. Как у тебя дела? Саша. Нормально, это хорошо, когда все нормально. Вас два Саши здесь, так что... Thank you. Машина, да, потаксовал на ней. А чё, где мой интерфейс весь пропал?
А куда весь? Как игра? Ничего. Только вот весь интерфейс что-то пропал. Игра неплохая, Сэмик. У тебя что, свет дали? Блин, а что такое? Где? Показать. FPS 30. Геймплей. Применить. Стас, подскажи, пожалуйста, как вернуть интерфейс? Да, вот только. Ясненько. Ну и хорошо, я скоро буду заканчивать. Так что мы, как планировали, идем, не идем. Hello, welcome. О, все. Не? Четыре двести. Hello, welcome. Hello, welcome. Hello, welcome. Okay, all right. А сейчас вот продам машинку, да, буду завершать. Очень сильно голодный. Пойдем, пойдем. Пойдем купим пожрать. Александр Марголин, привет. Здорово, здорово. Еще один Саша. Еще один Александр. Здравствуй. Так. Раз, два. Три. Отлично.
Друзья, всех приветствую на своем канале. Добро пожаловать на канал Грим Геймера. У микрофона я, Романыч. Скоро, конечно, я уже буду заканчивать стрим. Спасибо, что вы заходите. Ну, всем вам такая вот небольшая просьба. Такая человеческая небольшая просьба. Перейдите, пожалуйста, вот по ссылочке на референку. По референке. Это, друзья, Boosty, мой канал второй, на котором я буду выводить стримы и, соответственно, выкладывать ролики. Планирую много чего интересного там сделать. Поэтому, пожалуйста, если вас не затруднит, подпишитесь. Если хотите, я могу вам дать промо-акцию на первых 7 дней бесплатно. Посидеть на моем канале. Помогите мне его развить. Соответственно, я каждый раз в месяц буду делать акцию для всех, кто приглашает своих знакомых ко мне на стримы. Буду делать акцию по поводу бесплатного нахождения на Boosty. Так что, друзья. Так, 2993. Давай 3400 выставим ее. И посмотрим. Сэмми, ты тоже туда перейди, пожалуйста. Я тебе дам рефералку, чтобы ты мог там бесплатно находиться. Потому что ты и так хорошо со мной в общении, ты и так со мной в поддержке хорошей. Кого не затруднит, друзья? Буду признателен. Так. Мадам идет такая. 2600. Не, извини. Извини, 2600 я не дам. Я тебя за сколько брал, я не помню. Так. Это поднимаем. Okay, all right. Okay, all right. Ну все. Отлично. Ну что ж, друзья. Мы с вами сохраняемся. И выходим. Всем большое спасибо, кто сегодня был со мной на стриме. Большое спасибо за ваши лайки, комментарии, подписочки. За ваш донатик, хоть и в 10 рублей, но, по крайней мере, очень приятно. Что же я могу сказать? Жду снова вас завтра на канале у себя. Трансляции каждый день. Ведем трансляции по разным играм, поэтому... Поэтому, друзья, заходите, подписывайтесь на
мой канал, подписывайтесь на Boosty. Все лучшее, все самое хорошее будет выходить именно там. С вами был я, Романыч, Dream Gamer. Так что до новых встреч. Пока-пока.